Акция «Служба занятости защитникам Отечества» охватила весь край. Подобные ярмарки вакансий уже прошли в Адлерском и Лазаревском районах. Сегодня в Центральном и Хостинском. Наша ярмарка проводится с целью информирования граждан, уволенных с военной службы, членов их семей, о том, что у нас можно пройти профобучение, переподготовку или получить смежную профессию. Также можно реализовать себя в открытии собственного дела. О своем желании принять на работу новых сотрудников заявили 20 работодателей. Это и образовательные учреждения, и представители санаторно-курортной сферы, и строительные организации. Городу нужны водители, полицейские, врачи, повара, официанты и администраторы. Всего на сегодняшний день работодателями заявлено более 4300 вакансий. Также на ярмарке можно было получить бесплатную консультацию по трудовому законодательству.